Здравствуйте, дорогие садоводы и огородники! Сегодня очередной ролик нашего канала «Учимся вместе». И тема нашего разговора – новый инструмент под названием Tape Tool или садовый степлер. Вот такой вот инструмент. Возможно, он может быть лишним, но хотелось бы иметь и такой инструмент. Для чего он служит? Для подвязки растений, в первую очередь винограда, шпалером. Как он заряжается? Инструкция, конечно, отвратительная, китайская. Здесь понять ничего невозможно, поэтому я сейчас расскажу вам, как я с ним разобрался. Вот его коробочка, упаковочка. Значит, вместе со степлером надо приобрести специальную ленту, скобы, аналогичные степлером бумажным, вот такие. Значит, заряжается он следующим образом. Готовится к работе. Открываем вот эту пластмассовую крышечку. Устанавливаем сюда ленту. Туда укладывается. Дальше заправляется. Вот надо вскрыть эту направляющую и сюда прорезь специальную. Заправляется эта лента. Здесь предусмотрена прижимная пластина. Сейчас мы этот отсек закроем. Вот, прижимная пластина вот здесь. Лента располагается сюда. Заправляется. Закрываем этот отсек ленты. Просто вот так щелчком. Значит, лента просовывается. Вот если вы обратите внимание, вот вот это маленькое отверстие, тоненькое, вот здесь вот. Но предварительно, если у вас не установлен, тут есть специальный нож, вот такой нож, который отсекает ленту после того, как вы закрепляете. Он вставляется вот в это отверстие. Ну, очень острый, поэтому желательно пользоваться специальным инструментом. Вот, к примеру, такими пассатижами. Вот сюда. Вот, задвинули до упора. В некоторых экземплярах этот нож уже установлен. Но осторожнее, он очень острый. Значит, лента просовывается вот в это тонкое отверстие, маленькое, вот здесь. Чтобы вы не мудрили, вот оно протягивается сюда. В принципе, инструмент готов к работе. Сработает он очень просто. Продолжение следует...
легким движением. Если вы обратите внимание, крючочек, вот здесь крючочек, он зацепляет эту ленту и вытягивает. Но сначала надо заправить скобу. Скоба не сюда вдевается, вот некоторые сюда, вот оно как бы напрашивается, это место, а ниже. И своими концами вверх. Вот в нижнее это отверстие, видите? Заправили. Специальный толкатель. Пружинный. И закрепляется он вот в этом отверстии вот таким образом. Все. Готов. Готов к работе. Вот такой наш экземпляр. Если вы обратите внимание, вот на этот крючочек, он предназначен для того, чтобы захватывать ленту. Небольшим движением, видите, он захватывает ленту. Обхватываем нужное нам растение, стволик, и нажимаем. Вот он закрепил скобой эту ленточку. Особенно не переусердствуйте, поэтому вот он слегка захватил, скобой закрепил, и ножом, который я показывал, вот здесь находится, отрезал эту ленту. Вот таким образом работает. Ну, в общем-то, очень полезный инструмент, удобно работать, быстро, меньше времени занимает на обвязку, не надо эти проволоки, там веревочки завязывать и так далее. Вот такой инструмент. Сейчас мы попробуем его в деле. Проверка начинается, работа его. Сначала легким нажимом захватываем и вытягиваем ленту. Обхватываем лозу и закрепляем скобой. Легкое нажатие, вытягивается лента. Обхватываем лозу и закрепляем скобой. В принципе, работает.